Законопроект об областном бюджете на 2022 год рассмотрели во втором чтении. Доходы на будущий год составят почти 42 миллиарда рублей, расходы – 44 миллиарда. Объем дефицита – чуть больше 7%, а это в рамках бюджетного кодекса. Произведены корректировки по фонду оплаты труда. Общий объем нецелевой финансовой помощи для городских округов увеличен на 170 миллионов рублей. В рамках оптимизации количества государственных программ сокращено кодирование целевых статей, то есть проведена работа по объединению государственных программ, но в настоящее время еще не все государственные программы, то есть они на самом деле проходят процедуру согласования, и поэтому еще нельзя увидеть утвержденными, но эта работа будет завершена в ближайшее время. Приоритеты, цели и задачи госпрограмм тесно с собой связаны, и поэтому удалось их сконсолидировать. После первого чтения проекта расход областного бюджета увеличили на 2,5 миллиарда рублей. В 2022 году сохранится объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Из федеральной казны поступит 4,5 миллиарда рублей. Как отмечают депутаты, бюджет на 2022 год получился более сбалансированным. Мы будем продолжать в течение всего бюджетного года работу и с Министерством финансов Российской Федерации, и то, что касается участия в государственных целевых программах, и самое главное – это участие в национальных проектах. Это те дополнительные средства, которые должны еще поступить после принятия бюджета Государственной Думы и поддержки его Советом Федерации. Когда уже финансовый документ страны будет в полном объеме, мы более четко можем смотреть те объемы средств, которые будут еще дополнительно направлены на территорию Магаданской области. А в целом бюджет 2022 года, он не будет отличаться, он наоборот по своим показателям будет более наполненным, но и он у нас носит социальный характер направленности. Из всего объема средств 25 миллиардов – это социально-бюджетная сфера, образование – почти 10 миллиардов, здравоохранение – более 5,7 миллиарда, на социальную политику – почти 7 миллиардов рублей. Кроме того, сироты и семьи с приемными детьми получат дополнительную выплату. Сотрудники Магаданского лесхоза изготавливают новогодние елки. Специалисты делают зеленые красавицы из остатков слоника. Получили его после прокладывания противопожарных полос. Такие полосы специалисты делают каждый год, так как это хорошая профилактика пожаров, утверждают эксперты. Благодаря такой вынужденной вырубке слоника у работников лесхоза есть материал для елок перед Новым годом. Производство безотходное. Предприятие делает зеленые красавицы для садиков, школ и микрорайонов. Сотрудники организации рассказали, как проходит их работа. А это какие ветки получатся? Если хорошие, то мало. А если бодели, то полтора пучка точно. Людям радость принести в дом, детям, детишку, чтобы дети радовались. Купить елку в лесхозе можно будет уже в декабре. Зеленые красавицы от 1 до 6 метров. Сотрудники предприятия рассказывают, что если хранить слоник в темном и прохладном месте, то до наступления праздника он отлично сохранится. Депутаты Магаданской областной думы обсудили предложения, которые помогут в реализации на Колыме гаражной амнистии. Согласно федеральному закону, граждане, которые получили такую постройку от государства или организации, должны предоставить в муниципалитет или МФЦ документы. Земельный участок должен быть предварительно согласован под гаражный бокс. Также нужен технический план гаража. Раньше было очень сложно зарегистрировать, я не знаю, вы знаете или нет, но которые в советское время были возведены гаражи, и под ними не оформлена земля и не зарегистрированы права, то гражданину невозможно было зарегистрировать свое право и в дальнейшем распорядиться, продать, подарить, оставить наследство в этот гараж. Вот теперь этот пробел законодательски урегулирован, и данным законопроектом предполагается, как органы местного самоуправления будут выявлять такие гаражи, с какими документами может гражданин обратиться в органы местного самоуправления для того, чтобы доказать, что этот гараж действительно он построил, он им пользовался, и тогда будет право его зарегистрировано в едином государстве.
Согласно проекту областного закона, калмычанам для подтверждения факта владения гаражом достаточно предоставить один или несколько документов. Депутаты также обсудили поправку к уставу территории, проекты законов, которые касаются работы избирательной комиссии Магаданской области. В преддверии выходных вечерний Магадан решил узнать мнение наших горожан о том, какая погода нас ожидает, будет ли это сильный ветер. Или прекрасное тихое солнышко. В субботу, 13 ноября, в Магадане небольшой снег с дождем. Температура воздуха от 1 до 2 градусов, тепла. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 736 миллиметров ртутного столба. В воскресенье, 14 ноября, в Магадане небольшой снег с дождем. Температура воздуха от 0 до 4 градусов, мороза. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 737 миллиметров ртутного столба.